Спасибо большое за ваши аплодисменты. Мне хотелось сказать несколько слов из самого сердца. Я очень рад, что вы все пришли сюда сегодня вечером. И цель этого концерта или этого представления, этой презентации – поделиться чем-то очень сокровенным. Когда есть люди, дорогие нам, мы хотим подарить им что-то. И когда у человека есть что-то очень ценное внутри, очень удивительное, ему хочется вынуть это из своего сердца и дать другим. В сущности, все то, что мы делаем сейчас, мы пытаемся так или иначе поделиться с вами теми сокровищами, которые мы обрели сами. Сокровищами мудрости, сокровищами красоты, сокровищами счастья. Ведическая философия, ведическая культура исполнена именно этого. Она может каждого человека сделать счастливым даже от небольшого соприкосновения с ней. Она заставляет человека думать о возвышенных вещах. Она очищает сердце человека и делает его счастливым. Она избавляет его от каких-то ненужных, глупых беспокойств и помогает ему почувствовать участие Бога в своей жизни. Спасибо вам большое за то, что вы пришли в ответ на наш зов и пытаетесь как-то приобщиться к этой удивительной культуре. Я уже говорил об аватарах, и сейчас перед вами на этой сцене покажут Рамаяну. Рамаяна – это вечная история борьбы добра со злом, конечной победы добра, но временного торжества зла. Это история, которая, драма, которая разворачивается в нашем с вами сердце практически каждый день, когда добро и зло, добрые и злые тенденции сражаются внутри нас. И когда временно торжествует зло, но в конце концов должно победить добро. Когда мы слушаем о Рамаяне, слушаем рассказы из ведических писаний, мы помогаем, чтобы эта победа была одержана в нашем сердце. Ради этого, ради того, чтобы добро в конце концов победило в сердце каждого из нас, мы и устроили эту программу. Спасибо большое. Вся земля была как будто отражением неба и благоденствовала, потому что каждый желал добра другим, а не себе.
Thank you.
ответ, как будто эхом сердце слышишь. Сита. А если Ситы имя назовешь, то тут же Рама следом прозвучит.